В населенном пункте Гвардейская снова предновогодний праздник. На этот раз не только для детей, но и для всех местных жителей. В сельском клубе сегодня не протолкнуться. Такие мероприятия, к сожалению, раньше в селе не часто проводились. И только в этом году, после выборов, в Гвардейском жизнь вошла в активную фазу. И во многом благодаря избранному в Одесский областной совет депутату Игорю Леонидовичу Учителю. В этот раз местные жители не разочарованы своим выбором. И рады, что у них появился достойный человек, на которого они действительно могут положиться. Совсем скоро исполнится заветная мечта всего Гвардейского. Населенный пункт будет газифицирован. А пока в местном клубе большой предновогодний концерт. Это тоже подарок от Игоря Учителя и его команды. Очень благодарная публика. Они очень рады любому мероприятию, которое мы проводим. И огромное хочу сказать спасибо Игорю Учителю. При поддержке его все это происходит. Приглашаем, кстати, 30 числа к нам в Черноморское. Там будет происходить вокруг елки тоже праздник. Тоже при поддержке Игоря Учителя. Мы его очень любим, ценим, уважаем. Передайте ему, пожалуйста, это. Игорь Учитель устроил для нас этот праздник. Много артистов приехало сегодня в Гвардейское. Вот благодаря ему, благодаря его поддержке и помощи, в частности. Мы благодарим от имени всего нашего ПГТ Черноморского, я думаю, Гвардейского. Поблагодарим Игоря Учителя за то, что он неравнодушен к детям и просто к народу и помогает. И спасибо ему большое за это. Детский спектакль, плавно переходящий в концерт, был подготовлен местными талантами. В нем выступали и дети, и взрослые. Маленькая Маша на протяжении всего месяца старалась и учила роль главной героини из своего любимого мультфильма «Маша и медведь». Вместе с мамой и педагогами они подготовили сценку на новый лад. В их новой версии друг Машеньки не бурый медведь, а белый, но такой же добрый и большой, как в оригинале. Маша Зирка, Миша Зирка. Знову ти за своє! Яка з мене зірка? Ми з Мішою виходимо і ми зустрічаємо Новий год. Ми хочемо зажечь елочку, вместе танцуємо, граємо ролі. Як Машенька старалась, учила свою роль? Да, училась слова, тренувалась вдома, смотрела мультики і вже, звісно, під роль. Праздничный концерт продолжался больше часа. Расходиться никто не хотел. Но на этом подарки от команды Игоря Учителя не заканчиваются. В ночь с 31 декабря на 1 января в Гвардейском будет устроено массовое гуляние с песнями и танцами. Возле местного клуба на Центральной площади. Организаторы обещают, что будет очень весело. Такого в Гвардейском еще никогда не было. С Новым годом! Счастья, здоровья! Всех-всех-всех! И ждите меня обязательно 31-го в гости! Обязательно к вам придем.